На станции Химки начал работу мобильный пункт для проведения вакцинации. Бесплатно привиться от гриппа может любой желающий. При этом процедура займет не более 15 минут. Прививка на Совигрипп. Там входит несколько штаммов гриппа, которые ожидаются в этом году. Никаких осложнений, летальных случаев от прививок еще нигде не зафиксировано. Поэтому мы призываем наше население, нашего округа прийти и привиться для того, чтобы оградить из себя и своих родственников не столько от гриппа, сколько от осложнений гриппа. Чтобы поставить прививку, необходим паспорт и отсутствие заболеваний. Противопоказанием является высокая температура, поэтому лучше проконсультироваться с врачом. Ежегодная кампания по вакцинации населения проходит с сентября по ноябрь. От гриппа привили уже 34 тысячи химчан. Сделать прививку также можно в любой поликлинике округа. Мобильный пункт будет работать до 14 октября. По будням с 16 до 20 часов, по выходным с 10 до 14 часов.